Руки тут? Руки тут. Да, блин. Саня, у меня моргает индикатор. Красный. Да, горит. Моргает. Угу. Так, Аня, основная инструкция. Трос будет натягиваться. Угу. Мои команды побежали, бежать просто вперед. Оторвемся от земли, наберем там метра три и сядем под весные системы. На ремешочках не висеть. Удобно сесть и на меня облокотиться. Угу. Спиной. Все. Бежать-то как? Быстро? Ну а как нас трос потянет? Он нам подскажет. Трос просит, а не трос. Специально сейчас берем как. Не так надо снимать? Да, нормально. Да, как вам удобно снимать, но так будет правильно. Сейчас шаг вправо сделаем. Угу. Видео включено. Короче, я просто бегу и потом сажусь удобно. Да, да, да. Не через 3 метра, не 3 метра высоты. Что? Да, да, да. Тогда, мне кажется, можно на папе залезет туда. Все, работаем, работаем. Тандем готов, пошел, пошел. Принял, начинаю. Так, он натягивается, мы за ним бежим. Да. Чуть правее. Побежали. Бежать, 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 бежать. Бежать, бежать. Пол норма. Сейчас заканчиваем. И я уже за это место вправо отходим. Ручку красную.
все, еще зима, не? Угу. Сейчас спокойно стегну. Глаз. Бегло? Да-да, все в порядке. Ну как? Это... Вышки? Да, без.